Я критиковал мэра Красноярска на территории предприятия «Сибкрасполимер». У меня ощущение, что там кто-то это искусственно раздувает. Может быть, мэр у нас чувствительный, как краснодевица. Я в этом случае не буду его доводить до инфаркта и готов принести извинения. Вопрос-то в том, что то, что происходит с «Сибкрасполимером», является очевидным примером безграмотного сити-менеджмента. Мы ввели понятие несколько лет назад КРТ, комплексное развитие территории. Но разве можно в КРТ включать действующее предприятие, которое создало в Красноярске сотни рабочих мест и производит высокотехнологичную продукцию для оборонки, востребованную и заказы на много месяцев вперед, для добывающей промышленности, для многих тех, кто сегодня очень важен. И не буду здесь под камерой все говорить, но и для специальной военной операции. И это предприятие должно быть снесено, а на его месте должно быть построено жилье. Мы все имеем серьезный опыт, и в том числе муниципального управления. Должен отметить, что эта ситуация совершенно вопиющая. Поэтому там меня вице-губернатор Пономаренко упрекнул, что в Сибири надо отвечать за свои слова. Я значительную часть своей парламентской карьеры или биографии, лучше сказать, провел на Кавказе. Там надо тем более отвечать за свои слова. А вот за безграмотный сити-менеджмент действительно надо отвечать. Поэтому надо не из-под тишка разгонять недовольство по соцсетям. Приходите, мэр и господин Пономаренко, которого мы хорошо знаем, побеседуем. А что касается «Сибкрасполимера», хочу обратиться к красноярцам, к губернатору Михаилу Михайловичу Котюкову. Надо, конечно, подобные вещи изживать в нашей практике, чтобы не было негативной реакции на комплексное развитие территорий, которые на самом деле прекрасная муниципальная механика. Ну и сейчас, в период СВО, надо не обижаться на эмоции, в данном случае абсолютно оправданные. Не надо быть красной девицей, особенно в Сибири. А надо плечом к плечу отстаивать интересы тех, кто реально работает. На страну, на людей, на СВО. И тогда у нас все обязательно получится. А что касается встречи по ЖКХ, как раз многие смежные вопросы были заданы, которые мы обсуждали в разных регионах Сибири и Дальнего Востока в ходе моей нынешней поездки. Это касается в том числе и участников специальной военной операции. У нас вчера большая встреча с ветеранами СВО была в Забайкальском крае. Будем работать. Будем работать, доходя до каждого человека, до каждой семьи. И сейчас хочу еще раз предостеречь всех наших обижалкиных, вот, и тех, кто любит поинтриговать. Все политические силы в стране по призыву ЛДПР объединились в движение плечом к плечу. Плечом к плечу за здравые идеи президента, плечом к плечу за Россию, плечом к плечу за победу. И какие-то мелкие искорки между нами вредят делу. Поэтому мэру приношу извинения. И давайте будем работать, чтобы у нас в нашей деятельности сейчас, когда страна переживает момент истины в своей истории, не было перекусов. Особенно в Красноярском крае, который всегда был, есть и остается хребтовым, важнейшим регионом для России. Спасибо. Спасибо.